Воспитанники Ивановской студии творческого развития «Оперение» готовятся к большому концерту. 4 февраля сразу в 6 городах, в том числе и в Иванове, пройдет первый межрегиональный марафон Ассоциации студий творческого развития «Оперение». На сцене филармонии состоится открытый показ театральных работ под названием «Учебный полет». Сборы от продажи билетов перечислит благотворительный фонд Константина Хабенского. И так как наш девиз «Творчество ради жизни», то есть это вот такой посыл, да, и как бы весь смысл того, чем мы занимаемся, не только развиваем детей, но и делаем какие-то добрые дела, то речь как раз идет о благотворительности, о помощи детям с тяжелыми заболеваниями. А 4 февраля – это день всемирной борьбы с онкозаболеваниями. Эти ребята начали заниматься в студии с сентября. И несмотря на то, что у них еще не так много опыта, они все же решились представить свое творчество на суд зрителей и подготовили этюд «Кошки». Постановка возникла из упражнения «Превращение предмета». Я им давал такое задание, чтобы они любой предмет, который им нравится, превратили в другой предмет, ну, своим поведением, своим отношением, какими-то своими действиями. И вот они придумали такой массовый этюд, свои тапочки, в которых они занимаются, они стали превращать в котят. И потом этот этюд вырос в какую-то историю. Студийцы занимаются творчеством не только ради своего удовольствия, а для того, чтобы помогать другим людям. Ребята понимают, что этот концерт благотворительный, а потому готовятся к нему особенно тщательно и готовы выложиться на полную. Каждая работа требует, во-первых, целеустремленности, желания и хорошего умения взаимодействовать с другими людьми. Если ты в этюде замечаешь только себя и стремишься показываться только для того, чтобы быть в главной роли. Всех гостей, купивших билет в партер, ждет подарок – значок с надписью «Помогать можно по-разному». А еще, чтобы помочь детям с опухолью головного мозга, можно сделать пожертвование в виде СМС – благотворительный фонд Константина Хабенского. Для этого необходимо отправить на номер 7535 слово «Оперение» и через пробел указать сумму пожертвования. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.